Только сегодня один день, когда делают особую скидку на единственный товар. И это набор посуды Jumbo Gourmet. 4999 рублей. Бесплатная доставка. 17 предметов. Профессиональное качество плюс подарки. Совершенно верно. Мы сейчас расскажем. Но сначала посмотрите, какой результат мы добились благодаря отправке в духовку нашей великолепной посуды. Друзья мои, смотрите, как идеально мы приготовили вот такое сочное мясо. Вы хотите узнать, в чем мы его приготовили? Мы готовы вам назвать целых 17 предметов плюс подарок только сегодня во время прямого эфира. Итак, внимание, представьте себе, к вам на кухню приезжает полноценный профессиональный набор, в который входит 17 предметов. Вы полюбуйтесь на это предложение не за 20 тысяч рублей, не за 16, а всего за 4999 рублей. Не упускайте шанса, звоните прямо сейчас. Вы посмотрите, сколько всего, причем это все самые необходимые объемы. 3 кастрюли вы получаете вместе с крышками. Кастрюли самых лучших объемов. Большая 6,5 литров, 3,9 литра, 2,9 литра. Далее у нас ковш 2,1 литр. Сотейник, вот он сотейник, 24 сантиметра в диаметре, тоже с крышкой. Вы получаете еще набор аксессуаров, вы полюбуйтесь, здесь у нас есть все необходимое. Лопатка, ложка, ложка с отверстиями, далее переворачиваем, вы получаете вилку, половник и специальную ложку для тефтелей. Но это еще не все. Вы получаете еще подарки. Солонку и перечницу. И еще вы получаете 2 новых вкуса. 2 шоколадки. Это премиальный вкус. Это Россия, щедрая душа. Телеканал Шоппинг-шоу, телеканал с душой. И мы сегодня радуем вас. Исключительным качеством. Друзья мои, посуды бывает много, но ваша посуда вот именно такая. В чем уникальность нашей посуды? Это самая повышенная теплопроводность. Внимание, мы провели тест прямо в прямом эфире. Мы готовим каши в нашей посуде, и я готовлю кашу в вашей посуде. Фу, как пригорело, ужас, всегда Олег! Она пригорает, и отмыть ее будет очень тяжело. Придется выбросить. Потому что здесь неправильное дно, о котором мы поговорим чуть позже. А смотрите, у нас имеет уникальная теплопроводность дна. Поэтому в этой посуде у вас никогда каша не пригорит. Внимание на экран. Повышенная теплопроводность – это уникальное свойство посуды, которое используется только в профессиональной посуде. Сохраняет ценность блюд, готовит идеально и распределяет равномерно тепло. Поэтому, друзья мои, у вас получается самый лучший гарантированный результат. Более того, вы экономите электроэнергию и вообще энергоресурсы на 30%. Вы только представьте себе, да. Мы не просто получаем профессионального качества набор, мы еще и получаем абсолютно идеальные вкусные блюда, как в ресторане. Да. Олег, вот за счет чего? Что такого секретного использовалось при изготовлении посуды, что так вкусно и не рассказываю. Ну, мы разобрали, что это полная комплектация. Мы рассказали, что это профессиональное набор. Качество, повышенная теплопроводность. Друзья мои, но теперь я вам хочу сказать, что эта посуда из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Mm-hmm. Такого не было, друзья мои. Вот этот блеск и есть хромо-никелевая сталь. Вы хотите узнать, как устроена хромо-никелевая сталь 18/10? Конечно, хотим. А почему именно эта сталь? Рассказываю. Дело все в том, что когда ученые изобретали именно эту сталь, они ее делали для медицинских приборов. В чем преимущество именно нашей посуды? Ведь медицинские приборы, как правило, готовятся из высококачественной стали, потому что используются для человека. Для здоровья, поэтому да. Они безопасны. Mm. Именно сталь 18/10 абсолютно безопасна. Даже если вы готовите, как я сейчас готовлю, ребрышки бараньи с овощами в кисло-сладком соусе, у вас никогда не окислится то блюдо, которое вы готовите. То есть вы получаете посуду, которую готовим профессионально. 4999 рублей, 2200 рублей скидка, 17 предметов, и это полноценный набор. Совершенно верно. Внимание на экран. Давайте рассмотрим, что такое сталь 18/10. Это уникальная сталь, которая была разработана уже очень давно, но всегда
всегда ее предлагали только профессиональным шеф-поварам. Здесь уникальная возможность. 10% никеля – это дает блеск. 18% – это у нас хром, который никогда не ржавеет. Это самый высший пилотаж стали. Здесь блюда готовятся, не окисляются. Плюс еще здесь идеально гарантированный результат. Вы получаете потрясающий набор, 17 предметов, это джамбо-гурме. Сделайте свой выбор прямо сейчас. Вы будете готовить как шеф-повар в ресторане, при этом будете тратить минимум времени, минимум сил. В наборе есть все необходимое. 3 кастрюли самых ходовых объемов. Также вы получаете сковороду-сотейник и ковш с крышкой. Но это не все, вы получаете еще и целый набор аксессуаров и подарки. Россия щедрая душа дарит нам 2 новых эксклюзивных вкуса. Шоколада с фундуком и с апельсином. И еще вы получаете в подарок только к спецпредложению дня солонку и печницу. Итак, да, друзья мои, но мы возвращаемся к нашей посуде повышенной теплопроводностью. Это ваша посуда. Смотрите, ваша посуда обладает толщиной дна. Внимание, вы только посмотрите, 6 миллиметров. Олечка, подай-ка мне, пожалуйста, вот эту кастрюлю. Да, большую. Мы сейчас просто хотим показать нашим телезрителям, что толщина нашего дна, вы посмотрите, больше, чем сантиметр. 1,8. Почти 2. Это почему она такая большая? Рассказываю. Дело все в том, что это и есть равномерное распределение тепла. 5 слоев капсул делает идеальное приготовление блюда. Вот смотрите, как оно устроено. Первый у нас слой идет нержавеющая сталь. Второй слой у нас идет, внимание, алюминий. Потом воздушная прослойка. Опять нержавейка. И так последовательно. 5 слоев друг за другом. Это идеальный прогрев. Экономия электроэнергии до 30%. И идеальное качество приготовления абсолютно любого блюда. Кстати, хочу сейчас показать, что мне нравится. То, что можно даже томить перцы. Во. Помнишь, какая ситуация? Когда мы готовим перцы, они разваливаются. Ну да. И давай вот маленький функционал. Смотри, как удобно. Слушай, ну как здорово, что у нас аксессуары, которые они вы идут получаете вместе с набором. Они у нас еще и функционально хорошо ложатся на ручку, на крышке. Олег, да. Вот, ты знаешь, есть, наверное, какие-то секретные такие ингредиенты или технологии, как готовить вкусно, как получаются вот такие замечательные перчики. С удовольствием расскажу. Дело все в том, что вы закладываете, допустим, берете фарш. Про фарш можно пробить при помощи блендера или нашей мясорубки. Дальше вы отвариваете рез до полуготовности, потом все фаршируете в перцы, вот такие вот шляпки снимаете и закладываете в обыкновенную нашу кастрюлю. И здесь вы включаете на эффект томления, потому что пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно создает эффект настоящего томления, то есть настоящий эффект русской печи. Это мне очень нравится, друзья мои. Поэтому еще раз. В магазинах, если вы пойдете в магазин, вы никогда не приобретете, потому что 18 тысяч, Олег, я заходила специально. Магазин? Конечно. Продюсер, я предлагаю сходить в магазин, давайте посмотрим. Кастрюля, например, с крышкой стоит 1500, это 2,9 литра. А 3,5, смотрите, 6,5 литров, 3,5 тысячи рублей. Телезрители, которые не смотрят телеканал Shop & Show, переплачивают и 11,5 тысяч. Вы представляете, 11,5? Зачем? Забирайте за 4 999 2 подарка с бесплатной доставкой. И подарки.